Курение убивает. Это написано абсолютно на каждой пачке сигарет. Но для многих курильщиков отказаться от вредной привычки не так-то просто. Одесская молодежь нашла выход из ситуации и предлагает обменять сигарету на более полезную вещь. Одесская молодежь объединилась и объявила войну курению. Даже акцию придумали «Обменяй сигарету на конфету». И провели ее, конечно же, возле одного из вузов. 10 участников акции рассказывали студентам о вреде курения и предлагали символический обмен. Правда, немногие на него соглашались. Хочу, чтобы люди не оставались равнодушными, также вели здоровый образ жизни. И обязательно все обращали внимание на нашу акцию «Обменяй сигарету на конфету», которая уже проходит не в первый раз. Мы хотим, чтобы все люди стремились к тому, чтобы очистить свои дыхательные пути и все-таки оставаться всегда в тонусе и быть здоровыми. Сегодняшний день для акции тоже был выбран не случайно. Именно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Провозглашен он был еще в 1988 году в ВОЗ на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Участники акции признаются, сами никогда не курили и другим не советуют. Никогда не курила, я считаю, это плохой привычкой и прежде всего приносим мы вред сами себе для здоровья. Никогда. И пробовать не пробовала, и в дальнейшем тоже не хочу бросать. Это дорого. Очень дорого. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно курение является одной из основных причин смертности. Каждый год от этой пагубной привычки умирает 7 миллионов человек. По статистике, в нашей стране каждый четвертый – курильщик. Хоть на один день откажитесь от сигарет, подумайте о своем здоровье и здоровье окружающих. И, может быть, это будет первый шаг к конкретному отказу от этой пагубной привычки. Мне кажется, нужно устраивать акции систематически, потому что чем больше мы будем ходить, рассказывать, предлагать, тем больше люди будут ознакомлены с этим, и тем самым мы будем их привлекать к тому, чтобы они бросали эту привычку. День без табака – еще один повод задуматься о том, важно ли вам ваше здоровье и так ли вы зависимы, как кажется. Ведь испорченное здоровье можно будет восстановить, главное – иметь силу воли. Поэтому все в ваших руках.